Всем привет! Меня зовут Виктор, это Mist Survival, и я продолжаю здесь свои приключения. В прошлой серии я собрал автомобиль, а это значит, что сегодня перемещаться будет намного проще. Так, туман, охрененненько. Сразу с тумана все началось. Он проходит или не проходит, туман? А? Просто мне не хочется просто, чтоб... Давай вспоминать, что у нас здесь. Так, у нас здесь... На револьвер и на... А, вот. 9-миллиметровый, кстати, можно взять. Для пистолета. Пригодятся. Здесь у нас... На вот эту штуку патроны. Можно, кстати, тоже взять. Вот так. Зарядить на всякий случай. Так, а чё мы, кстати, по шлему-то? Эквипмент 41%. Ёб твою мать, я до сих пор голый хожу, блин. А чё я до сих пор голый-то хожу? Как-то не прикольно. Не прикольно до сих пор голым ходить. Здесь у нас гранаты, это. Сигареты, ножи, скотч и прочее. Что, у меня ночь? Да нет, еще не ночь впереди. Я уж подумал, ночь впереди сейчас наступит. Так, батареек. Блин, хреново, что здесь нету механики подписывания. То есть так бы можно было подписывать и... Так, что я, вода и еда нужна мне, да? Вода и еда. Орешки. Похомячили. Еще давай похомячили орешки. Банку дринка выпили. Чудесно. О, сразу легче стало, да? Блин. Охренеть, они чё? Ничего себе. Ого-го. Они дверь, оказывается, вышибли. Ни хрена себе. Вот это оборот. Вот это поворот. Или они проникли в эту, блин, просто. Вовнутрь.
Что-нибудь есть у нас? Нету ни хрена. Ну сюда-то они не залезут, точно, да? Сюда-то не залезут, а это значит, что я их отсюда смогу отстрелять. Может быть. Наверное. Давайте-ка, появляйтесь. Сейчас мы вас будем тут собирать по одному. Я не знаю, стоит ли на вас патроны тратить. Где у елки-палки? На грузовой машине надо проверить, смогут, нет, они меня доставать. Но пока их тут не видно. Капец, блин. Где они шарятся-то, эти уроды? А вон идет один. Все, только один, что ли? Я тебе 3 выстрела потратил на одного, а вон еще ходит. А вот бежит. Бежит. Бля. Всех в затылок тут положил. Сколько раз тут у вас? 1, 2, 3, 4, 5. Надеюсь, кроме картошки у вас там что-нибудь будет. Сюда я пройти не могу, да, через эту, через окно. Там еще в дом зашел ко мне. Смотри, точно он в дом. Как он зашел в дом? Сука, я что, дверь не закрыл? Я же сам в дом не заходил даже. Как эта подлюга в дом зашла? Блять, сколько у вас тут? И почему вы, главное, все в тумане только появляетесь, а? Почему вы все... Ой-ой-ой, не надо стрелять. Зачем моч автоматом-то, блядь? Как режим стрельбы переключить? Как переключить режим стрельбы? Блин. Я сейчас на них на всех потрачу патроны. Да не надо по 2 стрелять, ёптать. И так мажу еще ты.
автомата стреляешь, у меня 6 патронов осталось. Блин, конечно, вот из-за этого нашествия этих дегроидов. Да выйди из дома, из квартиры выйди, ты чё, козлина? Ты чё там забыл? Он бежит еще. Не, ну потом крафт сделаем, будем патрончики. Патрончики будем крафтить, будет попроще. Чё, я еще четверг заберу, а потом все, буду ждать, когда туман рассеется. Блин, как вас много-то оказывается. Блять, в открытом поле вступишь в перестрелку и все, и хана. И хана. Что можно? А ну дробовик, конечно, еще есть там в гараже. Ну уж. Я уже потратил все, что можно было тут потратить. Вот еще ходит. Блин, я надеюсь, что-нибудь путня-то у вас будет. Тут столько потраченных патронов. Так, и мне надо решить, в какую сторону поедем. Куда поедем-то? Да, сгинь, блин. Все, вроде солнышко начинает появляться. Вроде начинает это... Сейчас они гореть начнут, эти уроды. А, блин, они же в доме могут спрятаться. Ёп! О, мама! А, я думал, они, короче, у меня в доме прятаться собираются. Это от солнца. Хрена себе. Интеллектуалы чертовы. А у меня копья нету с собой, случайно? Я бы какое-нибудь копье бы из них засандалил. У меня нету. Бита же как копье не пойдет. Кинуть. Ну, давайте уже это там. А что такое? Уже солнце ярко светит. Давайте уже, вздыхайте. Thank you.
Прыгнуть бы тебе на голову, чтоб тебе, бай, растоптать ее. Все. Откислено, наконец-то. Так, мука. Электросхема. Это что такое? Порох, что ли? Соль, картошка. А, нет, дверь закрыта. Они просто сюда. Так, вот здесь же тоже лежал. Они получаются просто... Нет, так-то нормально, что я в них пороха нашел. Это хорошо. Так, нет. А, два. Я третьего ищу, блядь. Нету третьего. Вот еще тут откинулся. Откинулся. Бедолага. Пустой. И где-то здесь должны еще лежать несколько. Тройняшки вон лежат. У вас тут есть тоже ни хрена. Камни, хер с вами. Этих нету. Этих нету. В общем, ящиков побольше налутаю. Просто это в гараже будет все, что касается этого на меня. Так, еда. Так, порох. Наверное, вот сюда к патронам закинем. Так, здесь веточки, хренеточки. Так, еда сюда идет. Картофан. Надо, да? Окей. Дринкуем. Отлично. Так. Соль сюда, мука сюда. Ну все, теперь можно выезжать. Теперь можно и двигаться. Сейвинг делаем. Блин. Ну тут хорошо, что хоть не надо эти переключать, блин, взад-вперед. Передачи. Так. Здесь я ни хрена не... Так, здесь, по-моему, что-то я оставлял, не забирал, потому что места не было.
тряпочки. Блять, хрен ходит этот. Так, еще шлем. Так, эти пока не трогаем. Не, ну так бы мне, конечно... Блять, а что у меня опять со здоровьем? Что у меня там? Здоровье проседает. Что с ним случилось? Везде знаки, что тут медведи полно, блин, стоят. Нет, сюда я. Туда наверх надо, наверное, на машине поедем, чтобы быстрее было. Конечно, на машине этих попробовать переехать, уродов. Но только что мне кажется, она будет руиниться, машинка. Не стоит их переезжать. Непонятно, куда ехать. Я, по-моему, круг сделал и обратно куда-то возвращаюсь. Особо назад-то не посмотришь. Вышку какую-то нашли. И вышка, вообще ничего нету на ней. Что за прикол? И тут ничего нету. Что, опять туман, что ли, начинается? Не, ну так не серьезно, что опять уже туман. Что, мы обратно возвращаемся на машинке?
тебе дверь открывать, ты и так заводишься. Так, а здесь я, по-моему, бегал. Я что-то помню, что я тут бегал. Я же рюкзачок здесь нашел. Значит, я на этой вышке, получается, все пролутал. А он еще... Или нет? Ты закройся это. Там, получается, еще одна вышка стоит. Бензина нету. В багажнике что-нибудь есть? Ничего нету. Палатки. Кто-то тут. Патрончики. Так. Что-то не на то. Так, тут ни хрена. А, это под винтовку там патроны я залутал. Надо винтовку теперь где-то найти. Или отжать. О, ошибись. Плюс два. Так, отлично, отлично. Чё, все равно не нашлись? Где патроны? Еще пестик возьмем. Оружие нам пригодится. А теперь патроны на винтовку нашлись, да. Наконец-то. Чутка патрончиков. Все тут не это. Ну все. А, нет, вот здесь еще надо что-то глянуть. Что, ничего нету. Немного патронов. Тут, похоже, рано или поздно все равно придется заниматься крафтом, потому что... Закрой дверь. Ресурсы, скорее всего, тут кончаемые. Ресурсы закончатся, и придется заниматься крафтом. Они что-то не спавнятся заново. Выбрал ресурсы, и все. Так, ангар тот. Блин, может попытаться проехать через него? А? Херовая идея сейчас. Они мне машину разбомбили, прикиньте. Ага. Они мне машину разбомбили. Они мне машину просто разбомбили. И все. Разбомбили тачку. Ну, перезагружаемся. Ну, все, поняли. Я понял, что это глупая, бесполезная идея. Залетать. Залетать было туда. Незачем. Машина их не сбить, а зато они машину руинят. О, мама не горюй, получается. О, все. Они откисли, что ли, или что? С
сколько-то там осталось еще живых. Красненькая. Мне вот такая машинка нужна, кстати, для того, чтобы в ней можно было что-то возить, да, вот убирать. Так, здесь у нас есть кузня, есть горн. Блин, хреново, вот реально карты не хватает здесь. Привык, блядь, к этим, что карты в играх есть. И без карты чувствуешь себя как-то не так. А тут бы карта вообще бы прям пригодилась. По сути, хотя здесь маленькая такая территория. Так, ну-ка давай вспомним, что тут. Короче, сюда закладываем руду. Я нахерачу-то сюда мы. Что-то уже куем тут. И все нормально. Начинает уже. О, свечка пригодится. Батарейка и эта хрень. Да ладно. Я ботинки нашел себе, отлично. Теперь у меня со здоровьем будет проще. Ящик. Рубашка. Соль и ничего. Ну хоть уже что-то это пододел, блин. Уже не такой я голожопик. Сколько времени? 16. Точно. Я нашел. Наконец-то я нашел свое из этого. Отлично. Перекладываем.
Так, одну заначку я нашел свою. Так я тут был, да, тут вот. Еще, да, точно. Сука, так это совсем рядом дом стоял, вон там получается, а я его провтыкал. Так, а чтобы мне получается попасть к себе домой, мне надо ехать в обратную сторону. Вроде как. Не сюда, по дороге. Сразу атаковать начали эти уроды. Вот уроды. Даже не спросили, чьих я буду. Просто сразу начали атаковать. Куда я такой, блядь, нарисовался? Просто сразу начали атаковать. Твари. Ничего, ничего, я патрончиков наделаю, то я загляну к вам в гости. Пообщаемся с вами, пообщаемся. Так, чё мы тут? Чё мы тут набрали? Еды, патронов, оружие. Пора начинать заниматься уже стройкой какой-нибудь, да? Уже начинать что-нибудь строить. Глобальное, масштабное, объемное. Молотки. Топоры. Какая-то мы тут не взяли. Металлолом сюда. Здесь у нас тряпочки. Отлично. Так, это кокс, уголь. Коксовый. Здесь соль. Так, соль. Жратва. Сюда. Так, картофан съедим сейчас. Картофан съедим. Водички пивнем. Так, отлично. И... еще сюда консерву переложить. Так, а чё, почему? Так, а это же все тут. Здесь, да, здесь все. Здесь у нас хрень всякая. Здесь такая же хрень. Здесь перчи. Шлем, топор,
Топоры, молотки. Жатва, жатва. Так, нет, это должно здесь остаться. Потому что может просто пригодиться в один прекрасный момент. Сюда питье, сюда у нас соль, батарейка, все, батарейки, а еще одну батарейку, и можно не собирать уже, короче, батарейки. Это сюда, это сюда затариваем. Для стройки это все пригодится в огромных количествах. И это сюда. Тряпки. Тогда все здесь. Тогда здесь все. Так, нет, 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 нет. Тут патрончики. Вот эти. И что, сюда, сюда больше нечего положить. Так, это сюда. Пистолет сюда. Нож сюда. А где-то ж у меня спички были. Куда я спички-то, блин, положил? Сколько? А вот спички. Уже по максимуму тоже спички есть. А, так, шлем. Давай сюда шлем. Нож же где-то я тут положил отдельно. Вот сюда нож положил. Схема, шлем. И бутылки, а еда, блин, не знает, куда еда тут девается. Так, надо, что мне надо скрафтить сейчас будет? Что-то надо будет скрафтить, да? А что? Так, посмотрим, это чтобы готовить, это типа рыбу, да? Что-то сушить, вялить. Нужны веревки, палки-то есть, а вот веревок у меня нету. А веревки из чего готовят, делаются? Гриль. Гриль я могу сделать, кстати, могу сделать, потому что у меня для этого все есть. Так, это ватербочка. У меня гвоздей нету. Этих нужно 6. Time to build. А что это такое? Time to build. Пойдем в гараже этот time to build заварганим. Закрылась дверь. За time to build. О, ай, ай, эй. CCC. Убрали, отлично. Я ж развернуть ее хотел, блин, и получилось, что не развернул ни хрена. Вот же она разворачивается. Это типа какое-то рабочее место получается. Я не знаю, что тут. Планер какой-то или что. Вот тут, наверное, хорошо будет стоять она. Как раз для него тут, типа, типа местечко. Так, старт. Просто час строит и все. Жрать захотел. И чё мы тут?
и чё? Как чё? Непонятно. Так, чё у меня? Я отравился, что ли, или чего, блин? А, понятно. Хрен, 4 минуты эту хрень ест. Обалдеть. А чё мне с этим-то делать теперь получается? Ну вот. Что-то я могу включить, что ли, что-то или что? Нажать. Поставить-то поставил, а что делать непонятно. Ё-моё, пошли-ка мы спать. Пошли-ка мы спать, короче. Так, где моя спальня тут? Закроемся здесь. Так, давай. Спать. Надо нам 12 часов поспать. Не, 11 хватит, давай. Чё такое? Кто-то нас разбудил, какая-то скотина разбудила. Так, сейчас 9. Так, давай 10 часов поспим. Жрать хочет. Ну ничего, сейчас пока поедим. А. Еда ж есть. Плаваем. Потом попьем, пойдем. Потом попьем. Так, так, так. Питье, питье, питье. Вот здесь. Нет, не здесь, вот здесь. Дринк. А, у меня типа проблемы с этим. Я не могу полноценно напиться там, да? Что там рассвело? Там эти еще шарятся, походу. Так, давай, что мы еще можем построить? Workbench, это мастерская. Ну, так, 16 этих надо, 5 этих. Но это, в принципе, все есть у меня, Workbench. Так, это что? А, это вот это. Ну, тут гвозди надо. Это дистиллятор. Камней мы найдем. Это, в принципе, найдем. Не проблема. Так, а для этого нужно электричество, да? Фурнейс. А что мне тогда... Вот это у меня... А, ну тут это с гвоздями, да? Я могу без гвоздей построить, но попроще. Так, workbench, надо 16 досок. И 5 этих. Доски у меня есть? Нет. Доски же где-то были. 7 досок есть. Так, нужна пила. Так, надо напилить доски. Три. А надо 16. Еще надо. Сейчас рубить пойдем. Так, пойдем рубить, только возьмем предварительно вот это. И вот это. А что я собрался там делать вообще? Я уже забыл, что собрался делать. А, я собрался делать вот эту штуку. А, этих надо 10, а этих нужно всего 5. Еще надо вот этих штук взять. Вот, теперь этих.
Это же гараж надо. В гараже будем строить. Workbench. Доски пилить. Доски так. А почему ты сейчас 5 показываешь? А, у меня 5 бревен типа есть. Давай 8 напилим. Вот 8 напилили. Окей, теперь мы можем обязательно сохраниться и построить вот эту штуку, да? Workbench. Верстак. Надо будет дистиллятор потом построить. Так, и что мы тут можем делать? Не знаю, что тут. Но он первый уровень. Типа апгрейдить можно, да? Может, тут какие-то схемы надо будет найти? Не, пока не это. Не знаю, что тут с ним можно делать, с этой фигней. Построить, построили, да? Разбираться, как и что там с этим химичить. Так, бревна сюда, пилу сюда, так, это сюда возвращаем. А, так, что у меня, так, это нормально еще, кстати. Дышит. Дышит. Пожрать, пожрать, пожрать надо, да? Пожрать и попить. Блин. С водой проблема. Капец, надо будет с ручником дистиллянт ставить. То я тут охренею. Я ж охренею тут без дистиллянта. Так, а что нам надо на дистиллянт? Так, это и да, костер вот здесь. А, ну, в принципе, это все есть, слушайте, есть. Бутылки есть, это 20, 10 и 10 камней. Так, 10 камней сейчас соберем, побежим. Сделаем дистиллянт. 2, 3. Вот тут хера тут корыто нападало. Так, наверное, соберем это тоже, потому что, по-моему, что-то для чего-то мне это пригодится. Я не знаю, не помню для чего. Так, надо 10 камней найти. О, ягодка. 10, ну все, камни пропали. Камни, сука, пропали, когда они нужны. Нет, вот еще лежат. Дистиллянт забабахаем. Сколько тут камней? 7. Еще 3, значит, надо найти. Палка, это не то. 8, 9. Все, 10 камней есть. Так, еще раз, что тут?
10, так, 20, 10 и 2. 20, 10 и 2. Так, вот эту хрень. Сюда. Сюда. Красноты 20 берем. Блин, опять забыл, что надо. Так, 10 и 2 бутылки. И... А бутылки, по-моему, у меня... Я в эту же, да, положил. Гараж. Уже в гараж убрал бутылки. Да, вот сюда убрал. Строим. Так, дистиллянт. На заднем дворе тебя поставить здесь. Поставить на заднем дворе. Так, а как тут, блядь, ты? А вот так, походу, должен стоять, да? А, молоток надо. Блин, молоток-то мы и не взяли. Ох ты ж. Выпираешь, да, отсюда, сука. Придется ломать. Отсюда выпирает. Так, где у нас тут молоток? Так, 29%. Вот тебя и берем. Эй. Чем ты выпал? Ладно, не будем мы тогда тебя к стене ставить. Там, блядь, то выпирает, то не выпирает, хер пойми. Поставим мы тебя вот здесь. Нет, не здесь. Вот здесь поставим. Отлично, так. Короче, надо будет вот эту штуку. Две вот этих. И воды налить сюда. И воды налить. Водный контейнер. Окей. Так, ну, чего? Производить уже воду будем в следующей части. На сегодня тогда это все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.